итоге идти-то в Шипели, в ДЦ или в... Я хуй знает, я тебе даю карт-бланш. Иди в чем хочешь. Можешь во все три спека раскидать по 20 скиллов, блять, и похуй вообще. Похую, там как-нибудь порешаем. Главное, что гимну ману на хп даешь, и все. А, можно не дамажить, да? Похуй, просто прыгай, бегай и веселись, короче. Там вон два хила есть, шпшник есть, меткость есть, похуй, нормально. Ну, одно тело, может, что-то подойдет, хуй знает. Сопрот, это вы шпшник. Чё говоришь? Гримзол только остался. Ну, так, Лингдем еще нас будет ебашить. Тогда Лингрен в ДД. Ну, что-то Гримзол, ну, не сумнится. Ну все, вон моб. Погнали. Только два сразу не сагрите, а то, блядь, мы выпадемся. Тем более тут шестой хил надо будет, так что будешь хиле. Зачем? На это. Будьте сейчас 6 хилов. На этом, как у нас, диспелить будешь? Вот сейчас мы направо пойдем сначала. Сейчас по кругу зачистим. Можем начать. Биг Дэм, ты тут, Диси? Где он там, блять? Нету его. Ну-ка. Маги, поставьте стол, пожалуйста. Ща, ебанут это духа. Ебать лагает. Вот. Что-то у тебя последнее время лагать стало. Не агрите, пожалуйста, трэш. Поставьте стол, дайте, блядь, сменить спека и отпить. А ты с какого на какой меняешь? ДЦ на холле? В 2 ДЦ идти это тупо. Да у вас все тупо, блять. Я могу уйти на мага. 2 хэпала тупо, 2 эрдру тупо. А то, что рейд, блять, закроется, вам тоже тупо, наверное, да? Я спокойно задыгаюсь. Спокойно, в 2 ДЦ спокойно закрываю, вообще, ну, типа... Зачем? Затем. Здесь затем, решаешь. Затем. Ну, объясни мне. Да хули тебе объяснять? Ну, не, ну в смысле, зачем? Мне, зачем? Здесь, да? Тебе что, 2 плюс 2 объяснить, как складывается, или что? Да, мне объяснить, зачем 2 ДЦ, потому что 2 ДЦ в рейде друг другу мешают. Чем они мешают, нахуй? Хуем своим мешают, зачем? Слав, не тупи, щитами. Группа какими поделить? Щитами? Что ты придумаешь? Ничего один там не ДЦ мешает. Один ДЦ не может 25 рейдов щитовать. Спокойно закрывай. Вообще никто не мешает там. Мешает только неадекватным людям, блядь. Здорово. Хорошо, здорово. Мне мешает. Тебе мешает, ты будешь в холике. Вот и все. Вот и спекаюсь. Вот и все. Вот. Вот. Не беси. Не беси. Слава, ну, блядь. Говорили. Не блять, как говорится, да? Я бы согласился, что мешает 2 ДЦ в 2 Т5, блять, друг другу нахуй, но не, ну, не сейчас. А то, что у тебя там щиты какие-то, все хуйня, это пиздоболие все. Ты физически не навешаешь за 10 секунд на 25 человек щиты на всех. А эти щиты нужны, блять, потому что дамаг идет не как по пизде ладошка, блять, а нормальный дамаг идет. Но так-то мне вообще похуй, блять. А мы куда пошли? Мы еще трэш пошли чистить, разве нет? Пока ждем плюс один, конечно. Ну, насчет адекватной, она вообще там погорячилась. И вообще мы с собаки начинаем, а не с первого. Нихуя, мы с первого начинаем. Второй рейд. Я не хочу с собаки начинать, но... Быстрее мы поймемся пару раз и пойдем майки. Да, блядь, через 2 часа что ты будешь говорить? Ой, я устал, нахуй, я не пойду ГМХМ, блядь. Час, блядь. Это когда я говорил? Я до конца постоянно, блядь, в рейде был, если чё.
Не знаю, я просто по голосу не знаю, кто это говорит. Ну, может, не ты говорил, я хуй знаю. Это у вас вчера такое было? Ну, блядь, пару раз было. Мы же вообще, когда гильдию собрали, первые три или два, когда не убивали собаку просто. Мне неохота было трайд сидеть. Два трая давали, и все, и расходились. И времени не было. Пока люди сами не захотят, там, ну, пока прогресса не видно, ну, блядь, смысл, зачем, блядь, дрочиться? Тут вон, я не знаю, человек 5, наверное, кто не знает, что делать, остальные все должны знать. Так что, в принципе, убить можно, все только от них зависит, как люди играть будут. Ну, начнем с Гаганаша. Потому что уже хочу видеть, чтобы какие-то чарки выпадали, блядь. А не сидеть, блядь, 2 часа на собаке, блядь. Нихуя не выбить. На лока вообще что-то не падает. Да. А ну не жалуйся, тварь. Не видел давно, но... Сейчас по-любому же туфли упадут, ебаные, блядь. Угу. Сейчас жаловаться на чарки вообще нету смысла. По-любому нахуй. В двойном экземпляре. Вам рерол дали, да. Блядь. Рерольки. Как в тот раз, блядь. Я ебал этот рерол нахуй. По смысле, как это рерол? Ну, блядь, за 50 баджиков чарку менять, не знаешь? А. Да нахер она нужна была. В натуре, блядь. Да, сейчас как благодаря этому рецепту Столгорода подорожает. На аукцион. Че, у нас этого рариста нету сегодня? Где он там? Не онлайн, что ли? Стойте, пожалуйста, я за камнями убегал. Сейчас уйдем. Челики на собаку идут. Они не в DC, наверное, нахуй. Инсика, Мустери, Топа. Кто там еще? Шандупа. А, Гаганаша, да, ты же сказал. Да-да. Ну, по инерции. Мустери. Мустери. Ясно. Хули. Надо как-то развлекаться. Вот, тебе точно нужно, блядь, словарь Ожегова подарить. Так при чем тут Ожегов, блядь? С ударениями. Так, ставлю рыбу. Это же называется... Как это называется, нахуй? Вот есть сленг, есть диалект. Или еще как-то есть, нахуй. У нас во всех областях, в каждом районе, то есть даже в каждой области, диалекты, блядь, отличаются. Ну, диалект и еще какое-то слово есть такое сельское, блядь. Говор. Ну, говор, за ну... Тупо. Говор, блядь. Ну, хуй знает, мне кажется, только ну, в Шоре, может быть, там у них отличается и все. Ну, словарь-то видишь, все обобщенное. Меня звонили сегодня или нет? Шкаф там ебать. Нет, пешку мыть. В Сибе, кстати, все говорят файлик. А у нас все говорят мультифора. Файлик, понимаешь? Я говорю мультифора. В Сибе очень часто встречаю, кто говорит файлик. Куда знает, что это, блядь. Это... Ну, мультифора, блядь. Босс очень простой, вот этот. Тут что надо, тут, ну, диспелит есть, кому пристов дохуя, ретриков тоже дохуя. Диспелить надо мгновенно, блядь. Появилась хуйня с диспелили, дальше бьете. Ну и выносить метки лево-право к стенкам. В угол, к стенкам в угол. РДшники в угол, милики к стенкам. Отворачиваться, отбегать от зеленого круга миликом и это. И что еще, блядь? И выносить метки. Да и все вроде, блядь. Что босс простейший. Так, проверка. Ну пока 24 бьем, пока я не знаю, вроде никого нет. Еще хочет. Так, даю отчет. Кого по кругу там решили? Three, two,
метки уносить. Опа. Первый пациент найден. Тернулись. Чё, дебилы, блядь? Или что, нахуй? Что, сука, отвернуться нельзя или что, блядь? Я не понимаю. Пиздец, блядь. Вернулись. Вставай. Мистери. Захильте его. Легендарий у меня отбежал, блядь. Метки вносите. То, что в хвосте вы разлили, это что, блядь? Гелия, нахуй. Вернулись. Чё, блядь, выйти нельзя из лужи или что, блядь? Носите метки. Крестик, череп появляется еще над головой, блядь. Внучок, блядь. Как у тебя дела? А у меня вопрос, а какой лужи? Я от нескончаемого пламени скверны умер, а не от лужи. Вернулись. Друид инвалид, блять. Ладно, ложитесь, в лужу заходите. Я не могу понять, как вы бьете. Ложитесь. Что ты хочешь понять? Тактику, по которой вы убиваете этого босса. Я же только что все сказал тактику. Вносим метки в угол к стенам, блять. Отворачиваемся и отбегаем, блять. Диспелят вон там 4 приста и 4 ретрика, блять. Это все отлично. А что почему еще? Все склопы? Фиг пойми как. Вопрос. А что тебе надо-то? Ну я не знаю, мы как добили, мы стояли в одном месте и ходили по кругу. То есть двигались. Да и не ходим мы по кругу. Я не хожу по кругу, блять. Ну так вот это можно было сказать, или что? Так, если бы надо было ходить по кругу, я бы сказал об этом. Мы не ходим по кругу, блядь. Милики право-лево выносите к стенам. Хорошо, нахуй. Если вы не выносите метки, нахуй, оставляйте их в хвосте, я буду ники ваши называть, нахуй. И еще раз, блядь, объясню. Отворачиваться от босса надо полностью на 180 градусов, нахуй. Повернуться к нему надо спиной, нахуй, чтобы не получить фир. Потому что в фире вы 10 секунд бежите. И бежите вы в лужу, блядь. И чтобы фир с вас исчез, там не антифир поможет, нахуй. А только 25 тысяч исцеления, нахуй. Это к хилам, нахуй, повесточка. Потому что вы людей не хилите нихуя, которые фир получили. Даже один, когда фир получает, вы его не хилите. Он у вас вздыхает. Хотите за этого самого простого босса ГП начать лутать или что, блядь? Или как? Босс пиздец, как трешка простой, блядь. Три механики. Отвернулись, отбежали и вынесли метки. Диспелем нахуй. Бидон. Рейнджи не хватает. Ну встаньте слева-справа, блять, от босса, чтобы... Доставать нам, хуй знает, до танка, нахуй, до людей, которые бегут. Как раз вам к стенам выносить нужно эту хуйню, как она называется? Метку. Бидон, блядь, ты тут? Где там? Срочно ему нужно отойти, он написал же.
Так, жри рыбу, бидон. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Гера, давайте. Мэд Фокс, Геншин, выносите метки. Захиливайте их на фулл хп. Отвернулись. Так, мистер и Надшка, выносите метки. Зеленый круг, милики, сами там внучок, блять, легендари. Смотрите, отбегайте нахуй от зеленого круга под боссом. Так, Рилли, Бурибай, выносите метки. Отвернулись. Топу захилить. Быстрее топу захилить. Все хилы, блядь, ну быстрее. Удар отбежали. Три дебила, блядь. Вносим метки. Войд и Рилли. Отвернулись. Мистери и не люблю. Вот тут еще где звезда, свободное место, дохуище для меток. Мы отбежали, милики. Ну вы что нахуй? Кили, Геншин. Отвернулись. Килия, Геншина, захильте. Вы можете отворачиваться, блять, когда вы бегаете из метки? Или что нахуй? Захиливай. Ставь тотем, бидон. Не люблю гейм... не Геншин на ману. Не люблю выноси метку. Бежали. Скоро фир будет. Метки и отвернулись, фир. Мэтт Фокс и Миловица. 4, 3, 2. Сейчас фир будет, готовьтесь. Отвернулись. Шел фир, Геншин. Нацка и Инсика. Удар отбежали, и сейчас фир будет. Берегитесь. Отвернулись. Захилить мистери, блядь. И этого, кто там? Друида, инвалида. Метки вносите. Пиздец, нахуй. Простейшую хуйню не можете сделать. 4, 3, 2, 1. Метки выносите. Берегитесь. Отвернулись. Метки.
4, 3, 2, 1. Метки выносите, шелфер давай на ману. Вернулись. Мистери, сука, ну чё за хуйня нахуй, а? Да не успел, смерть. Да как так нахуй, ну? Детский сад, нахуй. Пол рейда лежит бичей просто, блин. Ай, пиздец, нахуй, охуею. Давай, миловица на ману. Отвернулись. Метки выносим. Вернулись. Все, маны нет уже, да? Круто. У меня сейчас гимн есть. Ну давай. Вернулись. Метки. Вам самим не хуёво с того, что вы так играете хуёво, блин? Что вы отвернуться не можете, блядь, просто элементарно? Мне просто интересно, блядь. Или вы не проснулись? Опа, два плеча. Ну, бьют потихоньку. Хуй знает, блядь. Бля, два пояса, двое плечей, ну вообще прям. Жуть, а не лучше. Пояс такой на мишку? Да, пояс один на мишку. Чё? Какой? О, который, ну, реген здоровья. Здоровье, ты чё, 600? Не какой-то другой у меня там этот. Или себе. Который на увечье, короче. Ну, на увечья это, наверное, в хате. Не-не, на мишку. На мишку, на увечья. Там на агро. Так, что-то палка какая-то, кинжал, блядь. Надо кому-то кинжал этот? Рогов нету. Почему он внучок есть? Ему, скорее всего, надо. Очку тогда. Синтек, ты на ком? На паладине? А двойная атака это на кого? Ну, не знаю, рейтерки пусть. Вары там какие-нибудь. На рейтерке еще хорошо будет. А пояс лучше дать Роге. Сам. Чтобы он заработал, ну, да, чарку и взял бисовую чарку там. Ну, тоже вариант. Для мультика бисовый пояс. Да, вот этот с атакой, да? Бисовый. Ну, не атака, но пояс, да, бисовый. Ну да, ему лучше закинь с атакой. Он ее нарляет потом. Так. У него 245. Это что у нас тут? Бля, в Огнусе опять аддон повис. Лечок, ну и даггер у него фиговый. Ману восполняет, что это? Духаст, плечо, короче. Тканевая. Это ДЦ, хули приз, наверное, да? Кому с пристов надо? Так. Геншин. Ну и второе. Тут рейтинг критического удара. Тоже что-то поролять, наверное, хуй знает. Геншин, тебе не надо вот это с рейтингом крита? Не, мне, наверное, опять такое надо. Миловица, шелфир. Если что, на холика надену.
Ну это такой, на супер оф, если никому не надо. Миловиться тебе надо? В принципе, да, я бы на холика одел. Да. Крутишь там чарку. Так, да. Это я заберу, покручу, наверное. Пошли на среднего. Пейте сапроты. Могу поделиться. У меня есть еще три штуки. Трейд шалфир. Тут, короче, надо выживать на этом боссе. Так, надо, наверное... Друид инвалида, наверное, выкинем. Или какого-то ДЦшника можно выкинуть от тотема от шамановского. У нас два холика, один ДЦ. Угу. А кто ДЦшник? Геншин. Так. У тебя как с маной? Друид по мане вообще не садится. Ладно, пускай друид тогда будет. Плюс так. Он может эймер кинуть, если что. Рыба. Ну, короче, на боссе самое главное, захиливайте по максимуму. Помимо этого, друиды все дубовые кожи отдаем. Так, сейчас мы по пати раскидаем. Так. Фокс туда, Калстер сюда. Там, когда хуёво совсем будет, друиды, если это спокойствие сдадите на дыхании. Ну, на дыхании, короче, все прожимайтесь. Локи там, знаете, похищение жизни кастуете 5 секунд. И этот заслон от темной магии, этот щиток на себя кидайте, нормально тоже помогает. Так, ну и что теперь по гимнам? Короче, Геншин, оставь свой гимн на выход из бубликов, если будет... каст погружения. Шалфир свой оставь гимн до захода в бублике. То есть перед заходом, когда он начнет каст, там дашь гимн и потом уже зайдешь. Не люблю с миловицей там на свое усмотрение кидайте. В принципе нет, миловица на свое усмотрение не люблю. Я попрошу как-нибудь под дыхание, если покажется, что сильно пробивает. Это мне получится перед погружением, либо просто бублики темные? Перед заходом бубликом. Ну, перед погружением. Ну там uh-huh. Надо. Как посчитаешь нужным, дашь. Рили, короче, 2 СС на миловицу. Келея на не люблю кидай, а мистери кидай на войда. Так, рыбу я давал. Знаешь, этот Биг Дэм там насчет 20 секунды, типа, перед ней там дать этот, как он называется, панцирь эти магический. Чтоб тебя не разъебало там. Ну, точнее, чтобы этот... Слава, на первом дыхании там черная земля будет, ну, будет занятие. А Эмма отдам Лингрен. Да, давай Лингрен на первом. Все там возьмите через книжку эту черную хуйню, магию. Значит, на втором дыхании Бурибай, на третьем Shadow Play, на четвертом легендаре Айнсика. Свой сейф с бигдемовским оставляй именно на заходу в бублике, именно тогда будешь давать... И сейф, и этот. Короче, массейва хватит этого массакры. Биг Дэм, ты 4. Биг Дэм, ты тиси вообще? Кела спрашивает, на кого этот СС? Ты на меня. Не, на тебя я кидал. Келе, но не люблю. Или на миловице, не помню уже, блядь. На миловице висит СС. Ну, значит, не люблю. Холики это самое, на заходе в бублике, на себя крылья, ДЦ на себя зубы, на заходе в бублике. Вот эту всю хуйню. Главное баблы не нажимайте только. Только 50 на 50 по один, если есть. Легендарий готов. Ничего тебе не хватает. Страт, бьешь босса, когда под боссом после 50 появляются сферки черные, их зауешиваешь и дальше бьешь босса. Когда скажу проклятие выносим, выносишь проклятие вот право-лево. Только не на решетку. Вот право-лево сюда выносите. Главное решетку оставьте без бубликов. Ну и когда в конце, если там вдруг ДПСа будет не хватать, босс будет кастовать каст 5 секунд. Там на полу будут бублики.
надо будет зайти в этот бублик. И когда каст по полу пройдет, такая черная волна. Когда эта волна пройдет, тогда можно с них выходить. И в них нельзя стоять долго. Когда вот ты их выносишь, скидываешь, в них снижается апхил по тебе на 80%. Вот, ну и на первой фазе ничего сложного, просто бьешь, а еще будет черный пол. Он может либо из-под босса идти, либо к боссу. Вот из этого черного пола надо выходить. Вот как он взорвется, тогда можно уже туда вставать, где он взорвался. Все, проверка. Если что-то не понимаешь, вот этот самый милик, квадратик, ориентир. Сюда даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Скоро будет пол этот взрывающийся, смотрите. Он издалека идет к нам. Вот, вышли с него. Так, захиливаемся. Друид инвалид макал с террорисы. Фулл баф даем, каску лапы пристабаф, все обновляем. Дыхание, захиливаемся. Я понял, ложимся. Вы сопроты не все взяли. Ложимся, падаем. Стоп хил. Ну и что там интересно по хилу у нас? Внутри пока. Ложитесь, ложитесь, я говорю, не надо. Да давай попробуем, блядь. Я говорю, не надо, блядь, не хочу я пробовать. Ложитесь. По хилу полная хуйня. Цепное исцеление, один раз Вандикон дал, Гримзол ничего не дал. Я один раз, раза три хильнул. 4. Гримбай, вспышка света. Я понял, блять. Надо, наверное, еще раз объяснять. Не доходит. А может и сопроты не у всех есть. Если не помогать подхиливать на этой хуйне, если у нас будут падать люди на дыхание на 5-секундном, хуй убьем. Если это непонятно, могу еще раз повторить. Забегайте сюда. Сейчас каждому будем говорить, что делать опять заново. Да, на первом дыхании прожимал. Дело не в прожимке. Дело в том, что там заходит такой дамаг большой, который 6 хилов не захилят. Они это не захилят за 5 секунд. За 5 секунд падает человек. 6 хилов не могут захиливать одновременно 25 человек. Для этого вы прожимаете сейвы, для этого вы хилите самостоятельно. Дополнительно в течение этих 5 секунд. Если это простая математика непонятная, ну, во-первых, сопроты. У кого нет сопрота, посмотрите это, я пока протыкивать всех не буду. Ну, посмотрите, на ком. Если нет, то сразу обмен войду. Давайте, вот ставлю рыбу. Есть джипс. Вот стоит. Берите справа. Этот, как он называется? Берите камень локовский. Значит. Инструкция всем. Значит, вар Назджика, ты прожимаешь защитную стойку на 5 секунд. На 10% снижается урон. Это уже шанс, что ты не сдохнешь. Роги. Вы нажимаете ложный выпад. Внучок. Топа, я думаю, нажимает. Не знаю. Внучок, значит. Этот самый. Ретрики. Вам непосредственно. Вы дохнете, как бичи, блядь. Легендария. Ты тут? Диси, вы все ретрики тут? Да, вот почти. Вот я смотрю, значит. Вот у легендарии, блядь, исцеление, божественная буря, блядь. Тем более, что ты ей хилишь не себя, а вон челиков там, всяких ДК там, блядь, шадоуплееров. У тебя есть такая хуйня? Хули, сейчас я не клянусь, я, блядь, в таланте найду эту хуйню. Как это называется там? Искусство войны? Нет, не искусство. Скажите мне, как она называется? Эта хуйня? Ты имеешь в виду, когда моментально хилишься? Да.
Рогу призана взять 6 кдпс. Да, давай похуй возьмем. Это называется искусство войны. Где либо по- выкидываешь, ну, в таланте, возмездие. А, вот искусство войны. Вот. Вот эту залупу. Прочитайте, блядь, паладины. Поставьте вспышку света себе на панель, блядь. На единичку там, я хуй знает. Это. И сделайте так, чтобы каждый раз на дыхании, когда вы бьете босса автоатакой, и у вас этот прок висит, экзорцизм в КД, и вы нажимаете эту хуйню по себе, хотя бы, сука, по себе нажимаете. Кто нормальный... Ну, она работает, каждый крит работает. Вот, кто нормальный пацан, кидайте не только на себя, а на самую просевшую в рейде цель, если у вас фрейм рейдов есть, блядь. Что касается друидов, блядь. Не обламывайтесь. Вот вы дубовую кожу отдаете раз. Ну там, в следующий раз уже через раз только дадите. Не обламывайте себя хильнуть покровительством природы. Хотя бы один каст дайте в себя. Тоже, блядь, сделайте так, чтобы вы это могли. Ну, шура там этот самый. Щит маны не обламывайся закинуть. Гримзол, цепное исцеление по касту. Вадикон то же самое. Локи я вам уже говорил, блядь. Сейчас посмотрю, как вы это делаете. Похищение маны. А, жизни. Так. Рилли молодец. Келия, блять, похуй, хуй забил. И мистери тоже хуй забил. Вот как только вы начнете выполнять, что у вас просят, блять, так боссы будут убиваться за 20 минут, нахуй. Пока вы будете, блять, относиться так, ну, я вот вам объясняю, блять, не просто так. Потому что я объясняю, и, ну, рейд убивает. Есть задача выжить. Да, задача выжить эти 5 секунд. Если вы будете хуй класть и надеяться неизвестно на какое чудо, нахуй, то будете, ну, просто я пойду и будете сами играть здесь, нахуй. Поэтому Келия, мистери, нахуй, вы нихуя не хилились во время дыхания. Хилам лучше прохилить будет. У них абилки будут прокать на самые просевшие цели, блядь. Для этого вы кастуете, себя хилите дополнительно. Потому что просевшие цели быстрее захилятся. Будет проще на этом. Короче, нахуй. Я надеюсь, понятно объяснил всю вот эту хуйню, что я, блядь, сейчас рассказываю вам. Проверка. Все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дыхание будет, скоро готовимся. Вон тьма еще приближается из-под босса. Вот Фокс Реса Рилли. Макалстер легендарий Реса. Фоксу похуй, я понял. Вон мобы идут за челиком. Не разливай их по всему рейду, но отойди ты за рейд. Я понял, но тоже не понимаешь, да? И все стоят в этой луже. Я самое удивительное. Заходите, падайте в лужу. Посмотрю, как там легендарис рили хилились, блядь. Ай, легендарис, вспышка света есть. Рили. Ощущение жизни есть. Да. Так, а чё они сдохли конкретно? Ну-ка. Смерти. Так. Взрывающаяся тьма. Наверное,
Там флешка бесполезно хилится, если по тебе 20 тысяч урона от взрывающейся тьмы проходит. А в этом, в черных войд зонах вообще кастить нельзя. Если ты закастил что-то, ты сдохнешь. Еще раз напомню товарищам Рилли и Легендаре, что есть такой пол черный, из него надо выходить, он через 3 секунды взрывается. Пока вы будете на нем умирать, бесполезно, блядь. Да, выходил, но ты, видать, стоял на краю и получил урон один хуй, и сдох от этого. Выходи дальше, значит. Тебя сложило, потому что ты в тьме дамаг получил. Хуёво выходил, может лагал, хуй знает. Ну, пока не получится выходить у вас нормально. Единственный вариант, когда человек стоит с этой, со сферой, допустим, в рейде сферы в РДД там стоит или в миликах, то там может человек остаться, чтобы эта сфера не зауешила рейд. Вот, но под прожимкой. И себя хилить надо. Ну, насчет седьмого хила не знаю даже, блядь. Думаешь, надо? Че, по хилу хуёво совсем? А какого приста? У них там ДД нету. Давай просто спекайся и все. А мы этого ДЦшника уберем с пати. У вас будет два тотема на ману. Можете больше маны просаживать. Инров у нас дохуя по вам, если что. Халипресты, может, раскроются получше. Шура, дай столик, что я, блядь, взял эту хуйню на ману. Просто научитесь на дыхание выживать и всю эту хуйню. Вот эти мобы с портала, которые идут, они идут, вот портал появился, они идут в крайнюю цель, самую дальнюю. Если они идут, да, вы разбегитесь, смотрите, не убедитесь, что они на вас не идут. Вот право, лево, встаньте. И вот челик, на которого они бегут, он не так вот, как бичуган должен стоять, кастовать. Вот так вот, 10 метров отбежать от людей. Эти мобы 4 до него доходят, он... Их взрывает, ложит вот здесь. Ну не в рейде нахуй, ну не на решетке ложить эту хуйню. Они там еще стоят, они же не смотрят нихуя. Они же в этой залупе стоят нахуй и полутают дамаг. Она еще замедляет скорость бега, еще и дамаг наносит эта хуйня ебаная. Вы в ней стоите, блядь, заебись, дыхание, вся хуйня. Все по пизде идет. Все готовы, да я отчет. 4, 3, 2, 1. Вот сферка в РДД летит в ромбике. Смотрите, на ней кто-то должен остаться на взрывающейся тьме. Вот она подходит, тьма. На ней кто-то должен остаться, чтобы с прожимкой стоять. Давай я буду это. Подбегу сейчас специально. Вот тут можно сбоку стоять. Видать, из-за сверки все. Когда со сверки выбегали, шутался рейд. Самое главное, вот эти сверки отслеживайте, РДДшники. У кого там прожимки есть, совы там. То есть себя можно захиливать. Может, примар надо спокойно стоять. Так, про это захиливаем людей. Так, каст режет сильно, босс, пиздец с этим дыханием. Вот мобы идут к треугольнику. Разбегитесь, дайте место, чтобы эти человек, на которого они бегут, он их разлил нормально. Вот, и беги, разливай, его захиливайте. Скоро дыхание будет, готовимся. Вот, дыхание. Спокойствие даю, блядь. Захилим, захилим. Вот, молодцы. Все, эту хуйню повторяем по КД, блядь. Дыхание каждые 30 секунд. Вот, вторая фаза пошла. Милики, если под боссом сферы будет, их сразу зауешим, иначе они вас съедят. Отщупали, с РДД отходим.
когда скажу проклятие право-лево, выносим их. Вот РДД просто от сферы отойдите. Просто отойдите от сферы на 15 метров. Проклятие вынесли, вынесли с решетки, вышли с проклятием. С черный пол вышли. Бублики появились, с них вышли. С черного пола вышли. От сфер РДД просто отошли, дамажим дальше. Дыхание захиливаемся, помогаем. Помогаем, помогаем. Силы себя не уроните, блядь. Все, бьем дальше. Скоро будет еще проклятие, готовьте. Вышли с проклятием. Мистери, легендари вышли, легендари вышел с мелизоны. Бублик появился, вышли с бублика. Про погружение заходим, за незыбку на рейд заходим, бублики, бублики заходим. Стоим, стоим, теперь выходим. И хуярим дальше. Дыхание, давайте гимн на хп шалфир. Блять, босса потерял. Проклятие выносим. Когда проклятие разольются, выйдите сразу с бублика. Выйдите с бублика. Все, бьем босса. Ну, то, что слегли до хуя людей, это полная залупа. Бьем, пытаемся. Скорее всего, сляжем как бичи. Вон, проклятие, захиливаемся. Ой, это дыхание. На погружение вы как-то хуево криво зашли, поэтому, блядь. Проклятие, выйдите с бубликами. Бублики разольются, сразу с них выйдите. И дальше пробуем бить. Черный пол вышли. Ай, блядь, залупа ебаная, блядь. Нихуя сложного нету, просто вы слегли 10 человек нахуй на том нахуй, на чем не должны были слечь нахуй, и все засралось говном, блядь. Ну, наверное, после этого трая стало больше понятно людям, да? Ложитесь. Вот прям стою прям в центре бублика, но все равно убил он. Ну а что ты нажимаешь? Бабли нельзя нажимать в бублике. В бабле и не бегал там ничего. Может быть, в центре бублика не дается дебаф. Стой, блядь, не в центре тогда. Заходи. Блядь, всегда в центр забегал. Ну, не знаю, баг какой-то произошел. Ну, пинг повышенный просто. Обычно у меня 60, здесь 120. Не еще знаю, раз напомню, вы все адекватные люди, блядь. Вы держите босса в цели, нахуй. Каст 5-секундный, нахуй. Напоминаю, когда проклятие вы выносите, не ставьте их в одну точку, сука. Ставьте их разряженно. Когда вы заходите в бублик, убедитесь, что вы не заходите в два. Бублик первое дамажит, блядь, по вам. Этот дамаг не захиливается, потому что у бублика эффект снижения исцеления на 80%, нахуй. Когда мы в бублике находимся, на нас незыбка и массакра хулипала должна быть. Бублик спасает только от погружения во мрак, блядь. Из погружения, когда вот эта волна тьмы проходит, мы выходим. Вы сейчас 10 человек просто не зашли в эту хуйню. Когда первые два проклятия, первые два пака бубликов вынесли люди, уже готовьтесь, что скоро будет погружение, блядь. После этого погружения мы просто добиваем босса. Если сейчас 10 человек не упадет, нахуй, ну дыхание вроде захиливаем, уже выживаем. Мы просто убьем сразу. И пойдем на ебаную собаку, блядь.